Священник должен быть жить скромно. Он должен довольствоваться пятикомнатной квартирой и комнатной для прислуги. Вот, вот. Может быть, там было 7-комнатное. Вот не помню, не то 5, не то 7, но не 6 точно. Вот должен чем довольствоваться. У тебя какая квартира, сколько комнат? 5. Вот. Поэтому обогащение, когда оно излишне, это, в этом нет ни, ну, никакой нужды. Но когда это вот в порядке вещей, ну тоже как принято у всех. Конечно, если священник имеет, допустим, 2 самолета, а поездок у него бывает на самолете, ну, допустим, 5 в году, тогда второй самолет, это, конечно, излишество.